Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню. Итак, сегодня мы будем запекать курицу в духовке и нафаршируем ее яблоком, апельсином и лимоном. Итак, какие продукты нам понадобятся? Ну, естественно, сама курица, у меня она небольшая, весом 1 килограмм. Затем нам нужно будет взять несколько веточек чабреца или любой другой приправы по вашему вкусу. Можете взять итальянские травы, можете взять травы Прованса. Затем одно небольшое яблоко, один небольшой апельсин и один небольшой лимон. Лимоны у меня большие, поэтому я буду брать половинку. Ну и приступаем к приготовлению. Также можете использовать приправу, я буду использовать сверху, но это не обязательно. Фрукты нарезаем дольками, затем берем чабрец или травы, которые будете использовать, и укладываем внутрь курицы. Туда же отправляем апельсины, яблоки и лимон. Фаршированную курицу, если вы, как и я, решили использовать приправу, натираем приправой. Если нет, то только солью с небольшим количеством оливкового масла. Вот так вот. Еще добавим. И после этого оставим курочку минут на 20. Можно даже при комнатной температуре, чтобы она намариновалась. И тем временем разогреем духовку до 200 градусов и будем выпекать нашу курицу. Вот как раз курица у меня замариновалась, духовка нагрелась, и выставляем на режиме запекания от 200 градусов на 45 минут. Вот так вот. И ждем. И вот такая вот золотистая курочка у нас получается через 45 минут запекания. К тому же она очень сочная и ароматная. На мой взгляд, это самый простой, но достаточно вкусный рецепт приготовления курицы. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч на моей кухне. Пока-пока!